И вот от технологического производства в книге Бездомный разум Питер Бергер перечисляет около 20 когнитивных стилей. Я не хочу вам тут приводить список 20 когнитивных стилей. Я выбрал всего 4 или 5 из каждого из учреждений, которые для нас особенно важны в нашем контексте. Итак, во-первых, это понимание иерархии экспертов. Я понимаю, что все это сейчас для вас абстрактно звучит, но вот о чем говорит Бергер. Смотрите. Понимание э, иерархии экспертов или экспертной иерархии. Допустим, вы работаете на современном э, заводе, который производит ружья. Кстати, в промышленную революцию прежде всего, как раз начали делать, именно ружья. Допустим, вы работаете на конвейере. Вот начало конвейера, и идет конвейер, и со временем, значит, к концу конвейера ружье собирается полностью. А вы находитесь вот в этой точке. И вы знаете, на самом деле, на современном заводе, на современном производстве, только свою операцию, и больше вам ничего знать не надо. Ну, например, ваша задача — прикреплять курок, спусковой курок к этому ружью. Все, больше ничего вы не делаете. Вам ничего больше не надо знать. Другие люди знают свое дело. И это существенно отличается от того, как велось производство в предмодернистском мире. В предмодернистском мире, если вы, допустим, кузнец, то вы должны знать все кузнечное дело. Вы должны знать все сначала до конца, потому что, например, нужно сделать молоток или молот, вы должны знать этот процесс от начала до конца. Вы должны, например, уметь выковать меч. Да? Потому что к вам приходят и говорят, сделай мне меч. Значит, вы делаете этот меч сначала до конца. А вот на современном заводе все работает иначе. Вы должны знать только свою часть этого процесса. Но над вами есть ваш управляющий или мастер. И вот мастер занимается а, вот этой части, частью конвера, отсюда и досюда. Соответственно, у этого мастера должно быть знание пошире, от сель до сель. А над ним еще один мастер или еще один управляющий. И там дальше еще кто-то, соответственно, он руководит всем процессом. И если, допустим, что-то не работает, то приходят внешние эксперты для того, чтобы отремонтировать, для того, чтобы починить. И вот получается такая иерархия экспертного знания. Если вы стоите на конвейере, вы должны знать только вот эту часть только свою операцию. Над вами есть мастер э, или даже разные уровни мастеров, которые вами руководят, они знают о процессе больше, чем вы. Соответственно, они знают, каждый из них знает больше другого. Получается иерархия. Так вот, когда вы работаете в такой, в такой ситуации по 6 часов, по 6 дней в неделю, по 10 часов в день, и занимаетесь этим много-много лет, вы стоите на этом, на этом конвейере, постоянно в этой среде. Вот такой когнитивный стиль, такое понимание иерархии экспертов, оно на самом деле просто вбивается вам в голову. Вы не можете оставить его на работе. Вы приносите это в другие области вашей жизни. В том числе и в церковь. И так вот, а, ну хорошо, пойдем дальше. Компонентность мышления. Компонентность мышления термин Петра Бергера. А, это вот про что. То, что выпускается, всегда можно разобрать и собрать. Разобрать ружье, собрать ружье. Да легко. Все, что мы производим. Значит, если есть неисправный компонент, не нужно выбрасывать все ружье. Можно выбросить просто этот компонент, который вышел из строя. Теперь смотрите, что дальше получается. Что бы вы ни производили, всегда можно разложить. То есть разобрать, а потом собрать. И, соответственно, если что-то не так, не нужно выбрасывать весь продукт, но только тот компонент, который перестал работать. Теперь все это переносим на когнитивные стили, на когнитивный уровень. Смотрите, что получается. Рабочие начинают воспринимать реальность с точки зрения компонентов. Все можно разобрать. А потом собрать. Понимаете, да? Итак, компонентность. Я хочу вам задать такой вопрос. Смотрите, вот это когнитивный стиль. Как этот когнитивный стиль проявляется за пределами цеха? Ну, например, вы говорите... Так, вот команда, футбольная команда Bears. Если бы у нас был хороший защитник, если бы вместо этого игрока был вот этот игрок, была бы замечательная команда. То есть мы не а, разбираем всю команду в целом, а мы буквально раскладываем команду на игроков, на игроков. Так как играет вот этот? Как играет вот этот? Как вот с этой стороны поля? Как с той стороны поля? То есть я очень плохо, конечно, знаю э, футбол, но насколько я понимаю, есть даже целые школы такие, целые команды которые пытаются создать сборную, так фантазируя, да, вот вот этого игрока взять из этой команды, из этого этого из этой команды и получается идеальная команда. А этот игрок здесь не подходит. Давайте поставим вот этого игрока из этой команды сюда. Вот это, друзья мои, есть компонентность мышления. А теперь идем дальше. Воспроизводимость. А воспроизводимость – это вот про что. Предполагается, что любой производственный процесс можно воспроизвести. И более того, он по определению должен быть воспроизводим. Его нужно спланировать так, чтобы он был воспроизводим, чтобы его мог воспроизвести либо тот же рабочий, либо рабочий с похожей подготовкой, с похожим обучением. То есть наши производственные процессы должны быть воспроизводимы независимо от людей, которые в них участвуют. Ну, например, вы работаете здесь на конвейере, и вы заболели, вы не можете выйти на работу. Это же не значит, что конвейер остановится и оружие перестанут производить. Нет. Вместо вас придет другой рабочий с, с аналогичной подготовкой, и результаты, и процесс будет полностью воспроизводим. Иногда это называют принципом Макдональдса. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах, ну, хотя в других странах то же самое, хотя в других странах Макдональдс немножко все-таки другой вкус. Имеют, например, макбагеты во Франции подают. И в некоторых макдональдсах, да, даже другие блюда и там специи бывают местные и так далее. Но, по крайней мере, в Соединенных Штатах неважно, в какой макдональдс вы придете, вы в любом случае ожидаете тот же вкус а, от вашего бургера или от вашего бигмака. То есть процесс должен быть воспроизводим независимо от работников. И это важнейшая история, друзья. Воспроизводимость процессов. One, Следующая тема, это gave... тоже очень важно, разделение трудовой и частной жизни. В предмодернистском мире, опять-таки, представьте себе, вы кузнец, стоит ваша кузница, а рядом ваш домик, а могли даже на самом деле быть под одной крышей, вы работаете там же, где живете, вы работаете, считаете на дому. Вы, допустим, пришли на работу, делаете молот, потом нужно пойти пообедать, вы идете в другую комнату и обедаете с семьей. Классно, все замечательно. Потом возвращаетесь в кузницу, которая комната в том же доме. И в большинстве предмодернистских э, контекстов работа и э, частная жизнь, личная жизнь были в одном и том же пространстве. А дальше приходит модернизация, а дальше приходит промышленная революция. И теперь рабочие уходят из дома. И приходят на завод, и многие из этих заводов имели вокруг себя э, заводские стены. Не для того, чтобы воры, надо от воров защититься, а для того, чтобы показать рабочим, что вы входите в другое пространство, вы входите в другой мир, вы проходите через заводскую проходную, вы пришли на работу, ваша частная жизнь осталась за дверями проходной. Потому что сейчас вы стоите к этого конвейера, а, и ваша задача произвести как можно больше того, что вы производите. А для этого нужно подавить все, что касается частных бесед. Ну, например, частные беседы просто запрещались между рабочими. То есть на конвейере вы должны не болтать, на конвейере вы должны работать, чтобы конвейер двигался. Так вот, люди, которые научались работать на современном заводе, заводе вырабатывали также когнитивный стиль. И заключался он в следующем. Когда я ухожу из дома на работу, моя частная жизнь остается здесь, я прихожу на работу просто для того, чтобы работать. Разделение частной и трудовой жизни. Вот это стало важной частью а, нового когнитивного стиля. И вот когда это произошло, как только это произошло, как говорил Питер Бергер, а, а, создалась другая ситуация и начали создаваться другие жизненные миры, жизненные пространства. То есть есть семья есть работа, и они уже разделены, отделены друг от друга, и тогда церковь становится или тоже отдельным миром. Или ваше участие в какой-то политической группе или гражданской группе тоже становится отдельным миром. Если эти миры не противоречат друг другу, они основаны на едином мировоззрении, на единых ценностях, вот тогда, конечно, все нормально. Но в большинстве случаев а, эти жизненные пространства начинают конфликтовать друг с другом, потому что там разные системы ценностей, разные предмнения, предположения. И людям часто приходилось учиться перестраиваться из одного мира в другой мир. И а, в, между этими мирами существовали противоречия и напряженность. Арон, так у меня вопрос к вам? Как это отразилось на современной the семье? Так, Как это отразилось на современной семье? Среди прочего, произошло следующее. Семья начала постепенно терять свое влияние свой контроль над тем, как оформляется мировоззрение членов семьи, особенно детей. Потому что теперь и дети не просто дома находятся, но есть общественное образование, публичное образование, есть публичные школы. И то, что дети учат в школе, отличается зачастую от того, что преподали бы им родители. А если раньше, например, член семьи болел, ну, просто простужался, заболевал и так далее. Тогда семья заботилась бы о своем заболевшем члене семьи. Но сейчас появились больницы. Это еще один мир, который специализируется на выздоровлении людей, на лечении людей. Так что да, все это, конечно, оказывается влияние на семью. До этого семья была доминирующим установлением, в котором члены семьи получали а, все необходимое и давали все необходимое. Но теперь о них заботятся и другие установления, другие учреждения. Итак, разделение, сегрегация, разделение а, жизненных пространств труда и частной жизни, и в результате, в результате, да, множество миров. И наконец. Критерий измеримости производительности труда. Что я имею в виду? В прединдустриальном мире, допустим, опять-таки, тот же пример, вы кузнец, и к вам приходят и говорят, допустим, богатый человек приходит и говорит, ой, у нас тут день рождения а у епископа, не, не обязательно епископа, ладно, у правителя, день рождения, я хочу ему подарить. А, изысканный, красивый меч. Вот сколько бы это ни стоило, сделай мне красивый меч, я тебе заплачу. И а, кузнец берет эту работу, и, может быть, месяц у него уйдет на эту работу. И в конце концов он сказал, вот замечательный меч, вот произведение искусства, и этот богатый человек а, покупает этот меч, платит кузнецу большую сумму, делает подарок. Вот это как раз прединдустриальный мир. Теперь переносимся вот сюда. Ничего подобного. Единственное, что важно, что в конце дня сколько предметов, сколько единиц произведено на конвейере. И даже если вы этот курок замечательно будете приделывать, никого это не интересует. Единственное, что интересует, сколько единиц продукции. Итак, мы, постепенно, мы начинаем постепенно видеть результаты нашей работы а, как исчис, исчислимую некую категорию. Их можно и нужно посчитать. Так что э, примеры этого мы можем найти повсюду. Где, например? Например, да, то, как мы оцениваем мою работу или друг, работу других людей. Каким образом? Измеримым образом. Какие примеры? Оценка работы студентов. Ну, конечно, оценка работы студентов. Да, это необходимое зло. Оценки. Что еще? Оценки в публичном образовании, когда школы и учителей также оценивают по результатам, которые получили учащиеся на тестах. На экзаменах. Есть школы, которые даже закрывают, и учителя, которых увольняют, если учащиеся плохо сдают экзамены. То есть тут совершенно конкретная причинно-следственная связь. Что еще? А, число, а, участников, число участников, число людей, которые пришли, допустим, получать образование. Числа, цифры. Мы гонимся за цифрами. Да. Что? А сколько богослужений есть в той или иной церкви? Количество yeah, well, богослужений. <coughs> да, о церкви мы поговорим несколько well, позже в связи с этим. Ну вот, например. Моя жена говорит, что... Вы знаете, что врачей наказывают, если они тратят на пациента более 15 минут? Да, за 15... Пятна... А что за 15 минут? Вот что мне скажите, за 15 минут можно узнать? Как можно обследовать человека за 15 минут? А если вы потратите на пациента больше 15 минут, то вы не получите премию. Так это-то все к чему? ведь медицина раньше выглядела по-другому, все-таки она была ориентирована на пациента, а сейчас она ориентирована вот на это: сколько пациентов вы обслужили за рабочий день, сколько медицинских процедур проведено за рабочий день, вот так. А, э, смотрите, ведь когда-то были цены взаимоотношения допустим, в средние века, отношения между преподавателями и студентами. А здесь вместо всего этого просто производство. Студенты как продукт производства. Да, именно так. Когда-то. Смотрите, когда я получал свою докторскую диссертацию, одна женщина, наш профессор, говорила, слушайте, вы станете ученым, а вы будете писать три типа текстов. Один, одни тексты будут предназначены для издания, реальные книги, статьи и так далее другой э, другая задача вы будете помогать писать своим студентам это тоже некое письмо, потому что вы через этот текст вы будете оценивать студентов, будете рецензии писать, вы будете отзывы писать, это тоже полезно. Это ваши письменные тексты, ваше менторство. Но будет у вас и еще некая писанина. Дело в том, что вы порою будете писать для того, чтобы учебное заведение стало более открытым, более гостеприимным, чтобы оно создавало оптимальное, оптимальное устройство условия обучения. Так вот, из этих трех что проще всего измерить? Проще всего измерить первое, статьи. А когда мы, например, оцениваем сотрудников, оцениваем профессоров, мы прежде всего смотрим на их публикации. Нет, конечно, это все очень важно. Но как это измерить? Как измерить, например, вклад профессора в работу студентов? А, и а, сейчас их даже не считают критерием, то есть продвижение поощрение получают те, кто больше статей написали. И вот тут нам часто приходится об этом задумываться, потому что иногда бывает так, что хвост начинает вилять собакой. Вот эта вот история 15 минут на пациента. Для меня это ну, совершенно отвратительно, неприемлемо. Но многие врачи чувствуют на себе последствия, они чувствуют на себе тяжесть вот этого. Или Стандартизированный тест, ЕГЭ, экзамены как основной а, основной критерий. У, ну, студент может вообще ничего не узнать, или учащийся вообще ничего не выучить, но при этом получить хорошие результаты на стандартном экзамене. А все ради измеримости. Есть ли вопросы еще по поводу когнитивных стилей? А, все понятно, да? Хорошо. Давайте мы с вами пойдем дальше перейдем к следующему, потом сделаем перерыв, и после перерыва я разделю вас на малые, малые группы, и мы поговорим о наших церквях. Так, значит, в бюрократической среде, это второе, бюрократическая среда, бюрократия. В качестве примера я использую сейчас современный банк. Самокомпетентность и переадресация. Это первый когнитивный стиль. Смотрите, допустим, я работаю в банке, я работаю у окошка, ко мне подходит клиент банка и задает мне вопросы о том, как, например, получить ипотеку. Но это не мой участок. Я не эксперт. Соответственно, я должен совершить переадресацию. Причем сделать это очень аккуратно. Да, я вам могу помочь ä, сделать вклад, открыть вклад и так далее. Но ä, по поводу ипотеки вам нужно обратиться туда-то и туда, вот к этому-то сотруднику. Она вам поможет с ипотекой. Итак, самокомп... самокомпетентность. Это означает, что в вашем учреждении вы знаете, какова ваша функция, вы знаете, какая ваша роль, и в этом вы компетентны. Однако, если к вам обращаются за другой услугой, то ваша ответственность заключается в том, чтобы переадресовать клиента к соответствующему ресурсу, в соответствующее место организации, где есть экспертиза в данной, в данной области. Итак, самокомпетентность и умение переадресации. Примеры этого мы можем найти повсюду. Это стало общим общим местом. Второе. Упорядоченность и э, точность процедуры или процедурная точность. Упорядоченность и м, точность, определенность процедур. Что это означает? Опять-таки, как в воспроизводимости. Это очень похоже на самом деле. Весь процесс настолько структурирован, настолько, настолько рационализирован, настолько продуман, настолько схематизирован, что если вы или я, работаем в банке, мы заболели, мы не вышли на работу, легко на наше место может заступить другой работник, он может взять на себя мою функциональную роль, если у него или у нее есть соответствующее обучение. И поскольку процессы расписаны до мельчайших деталей, процесс не прервется, работа будет продолжаться и без меня, и без вас, потому что дело не во мне, дело не в вас, дело в процессе. Потому что дело в том, чтобы каждый знал свое место. Предсказуемость. Это значит очень простую вещь. Кто бы ни работал у этого окошка, вы в любом случае знаете э, исход, то есть что будет из этого. То есть э, любой человек, который входит в банк Америка допустим, или в любой банк. Он входит, он получает предсказуемую услугу. И вам не придется решать, ой, а пойду я к этому сотруднику или к этому сотруднику. Нет, никакой непредсказуемости. Все абсолютно предсказуемо. И, наконец, вот это важная история, а нравственная анонимность. Смотрите, что имеется в виду. Часто мы думаем о том, что анонимность – это плохо, это безличностность, это разделенность. А что такое нравственная анонимность, нравственная безличность? Я, допустим, сотрудник банка, Ко мне подходит uh, мой член семьи и, uh, или мой родственник, uh, мой друг. Если я хороший сотрудник банка, то я обслужу своего родственника, своего друга ровно так же, как обслужу совершенно незнакомого человека. То есть я отношусь или я обслуживаю хорошо знакомого человека, близкого мне человека, ровно так же, как я обслуживаю любого другого посетителя банка. Вот нет места для того, чтобы а, проявлять фаворитизм, нет места для коррупции. Это одна из определяющих черт хорошо отстроенной бюрократии. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу тв семинарии